Водителя троллейбуса предварительно признали виновником ДТП в центре Чебоксар. Оно произошло 1 апреля на перекрестке улиц Карла Маркса и Дзержинского. По предварительной информации ГИБДД, троллейбус выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с иномаркой. После столкновения троллейбус оказался на тротуаре. Вот только очевидцы утверждают обратное. Якобы на красный свет выехала девушка, управляющая автомобилем. Есть и пострадавший пассажир 77-го года рождения. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Предварительным виновником ДТП в центре Чебоксар признали водителя троллейбуса.